Северные районы Приморья усилят новой дорожной спецтехникой. Речь об этом шла на совещании под руководством губернатора края Олега Кожемяка. Такое решение было принято в связи с серьезным снегопадом, который обрушился на регион в конце декабря прошлого года. У нас в настоящее время от Кавалерова до Ольги из 76 километров двухстороннее движение у нас на 28 километрах. От поворота на Маргаритово моряк-рыболов до Горноводного у нас уже в две полосы дорога. То есть у нас там Бровки, Щербаковка, поворотная Евгеньевскую и Горноводная. Уже основная трасса в две полосы расчищена. По самой Ольге также у нас налажена работа по вывозке и уборке снега. Работает у нас там экскаватор, погрузчики и 3 самосвала. То есть основную трассу мы снег очищаем и возим снег туда. Олег Кожемяка подчеркнул, что несмотря на то, что подобные снегопады случаются в Приморье нечасто, профильные службы и муниципалитеты должны быть готовы к устранению их последствий. В первую очередь необходимо иметь парк соответствующей техники. Поэтому мы со своей стороны приняли такое решение о выделении денежных средств Примавтодору. 375 миллионов, дополнительно еще 100 миллионов на асфальтощебеночные заводы. И на 2,5 миллиарда они должны в лизинг закупить техники, которая усилит именно восточное направление. Также губернатор заострил внимание глав муниципалитетов на необходимости покупки такой техники и для самих муниципалитетов, чтобы задействовать ее на расчистке внутриквартальных проездов. Это можно сделать путем лизинговых контрактов. Например, таким образом поступила администрация Владивостока, закупив машины в Белоруссии. Олег Завьялов, новости на Восьмом.